Знову і знову бажаємо вам доброго раночку. З вами, як завжди, о цій порі програма «Ранковий максимум» на телеканалі ОТБ. І в нас вже є наступні гості. Так, наступні гості, які вже встигли полюбитися нашим глядачам. Сатьяван і Лілана – мандрівники. Доброго ранку. Доброго. Ви знаєте, ви мене трошечки, і не лише мене. Я звикла, що я одна у студії, тому так, я в однині кажу. Пробач, я тут тихесенько посиджу. Так от, ви нам сказали про те, що сьогодні ми будемо розмовляти про вічність. Угу. Що ви мали на увазі? Я не схожа на білявку, але все одно. Вічність, звісно, зв'язана з довголітієм. Угу. Ну, так, я, як йог, вже опит у мене 40 років. В жизни в йоге, там не просто занятия, а жизни в йоге, то очень много элементов вообще любой духовной системы, ну и йоги, например, оно связано, вот эти элементы, они связаны с продлением жизни, с долголетием и с пониманием вечности. Сначала вечность нужно начать понимать, потом согласиться, зачем жить долго, потому что многие меня спрашивают на лекциях, на выступлениях, а зачем жить долго, зачем нужно быстро, интенсивно там пожить, хорошо все прочувствовать. Ну, кто спешит, кто может быстро все выполнить в жизни, может и быстро пожить, и быстро уйти, если он не боится. Там. Это его дело, тут свободный выбор. Йоги, как правило, удлиняют себе жизнь, чтобы больше пообщаться, так сказать, реально со своим учителем, который связан с вечностью, чтобы, так сказать, исполнить какой-то там свой долг. А у человека четыре долга. Перед отцом, перед матерью, говорят веды, перед учителем и перед вообще всем мировым целым, перед живыми существами, всеми людьми. Перед отцом, понятно, что отец все время давал не... Он дает в долг все время. Он просто нам обеспечивает жизнь. Мать, она отдает прям себя. И мы это должны отдать. Последний стакан отцу, матери поднести, побыть перед... Вот это долги, которые нужно правильно отдавать. А учителю, который просто безвозмездно, он тебе просто дарит высшее знание, он важный для тебя, он берет на себя твои какие-то ошибки и все, карму. Ты духовный наставник, учитель. В христианстве ты есть, в йоге есть, там, в других религиях, в мусульманстве. И перед всем мировым целым это уже там в образе детей, жен, там, и людей, которые вокруг тебя и все. Вот эти четыре долга, это нужно же их отдать вовремя. А тогда ты быстрее начинаешь понимать. Кто быстрее это все дело отпускает, тогда он может приступить к пониманию вечности. Но можно и раньше. В йоге, например... Да, вообще о вечности вот так вот за такое короткое время эфирное, да, рассказать невозможно. У него можно сказать вечно, так? Но вечность, вот, она всегда связана с вопросами смерти. Причем вопросами смерти не в плане том, которое вот обыденно для всех людей. Смерть – это плохо. А с вопросами смерти при жизни. Тогда, когда вы обретаете такое состояние при жизни, внутреннее, которое позволяет вам быть гармоничным, устойчивым в любых ситуациях, иметь какое-то вот умиротворение в любых ситуациях. Тогда, когда фактически вот этот вопрос смерти, он связан с умиранием в человеке различных страстей. Всего не нужно. Вот всего того, что не от Бога, всего, что не нужно. А любовь, в том числе душа, страха смерти тоже, да, чего и бояться. Да, как бы, а любовь, душа, она же вечна, и, как и музыка. Вот. Поэтому все вот эти вопросы, связанные с вопросами вечности, они, конечно же, поднимают и вопросы смерти. В хорошем смысле этого слова. В смысле смерти при жизни. Как вот есть такое понятие, увы, делание в неделание. Ты умираешь, но ты живешь. Кто умирает каждый день и рождается, тот вечен, тот сказал вечен. Будда. Вот, угу. Наверное, вот это основополагающее. И вот тогда, когда даже просто вот слышишь там слово «смерть» там, или произносишь это слово, вот каждый человек внутри себя уже может отследить свою собственную реакцию. Это напряжение какое-то. Это сразу напряжение. Вот это то, с чем уже можно работать для того, чтобы достичь каких-то вот вопросов, связанных с вечностью и с умиротворением внутренним. Любовь, напряжение не волну. Должно быть.
она снимает напряжение, и она дает ощущение чувствования вечности. Вот она и приводит к постижению, кстати, и у йогов. Любовь ко всему вокруг. И один вот великий учитель, который по четырем ступеням ушел в беспредельность, воспламенился и исчез, как свет. Есть такое описание. Даже англичане это зафиксировали, потому что из барака сочился свет, на утро его не было ничего, даже и одежды. Вместе с одеждой исчез. Вот он сказал, и я считаю, что этот святой был прав, что нужно приступать к духовности. Самая первая ступень – это милосердие ко всему живому. Не любовь даже, а начинать милосердие. Даже к плесени, к микробам, которые внутри нас и вокруг. Все нужно, так сказать, любить. Оно постепенно и уговаривать, чтобы оно меньше плодилось, если мы боимся инфекции. Чтобы какое-то равновесие было, и все нормально. Вот. Не нужно глушить все антибиотиками, какой-то химией. Там вырубать деревья, как у нас там рубят. Понимаешь? Это же как живые люди, все равно что-то пилить ноги. Или там войны, это вообще страшное дело. То есть, короче, ко всему милосердие. І животним, к людям, і навіть ось, мікробам. Тобто ви хочете сказати, що довголіття знаходиться у нас десь всередині, так, секрет довголіття? І це не лише спосіб нашого життя, здоровий, наприклад, а ще якесь відношення до світу? Так, починається все, звісно, з моралки. З морально-етичних норм. Так, так. Как в общем, мы общечеловеческие ценности неправильно были выработаны. И они совпадают с многими религиозными ценностями, но и, так сказать, с йоговскими принципами. Их там довольно много. Яма, не яма, предписания, запреты. Там их больше даже, чем в любой другой религии. Хотя йога не религиозна. И теперь вот я вам скажу, что вот используют йоги и что больше ведет. Это полезна, кстати, информация для самих йогов, которые слушают сейчас и смотрят. И вот вы йогов, смотрите на все эти льды, на все эти красоты. Так, тут дуже вот. Красиво, и параллельно, почему йоги используют холод и лед в первую очередь, кристаллическую воду на нашей земле. Вода, она божественна. Она несет божественный свет. Это надо понимать. Так в ведах написано. Это свет, пролившийся на землю. Шива, как ямалайские хребты, подставил свою голову, и свет начал стекать по его волосам, по хребтам. Значит, как ганга, как вода. И вода превратилась, так сказать, уже в материальную субстанцию, которая несет светоносно. Так описывается, так сказать, аллегорически в ведах. И поэтому холод. Значит, холод – это сама субстанция Шивы, самая близкая. Хочешь больше понимать, так сказать, Бога Отца, значит, йоги говорят, потрогай лед, прикоснись к нему, ложись голым, посиди на льду, попробуй себя охладить. Ну, сейчас летом негде это взять, в холодильнике только можно там натереться кусочками льда, но это полезно для кожи. Это есть, опять же, где взять, потому что это внешнее чисто вот проявление. Это внешнее, но все равно через это внешнее касание вы начинаете лучше понимать вечность, йоги говорят. А есть внутреннее состояние льда? Да. И тогда вот, когда в жару идешь, вот сейчас жарко везде, да, все изнывают от жары, солнышко. А ты внутри как холодный арбуз. А ты внутри как все равно холодное, вот кусок льда у тебя внутри, при этом ты этот лед как бы еще и распространяешь на окружение, и вокруг тебя как бы вот создается вот такая аура как бы свежести, что это не значит, что ты станешь бесчувственный. Конечно. У нас ассоциация, короче, выникла. Не-не-не, когда я долго сидел в проруби, там в снегу, и все наоборот, лучше чувствительность, лучше наблюдать, но меньше, так сказать, обращаешь внимание на свое тело, потому что тело как-то, так сказать, оно уже обморожено, руки, ноги, медленно отходит. Никогда не нужно спешить размораживать, если вот замерзли. Но это отдельная тема будет, это поговорим чисто ближе по холодовой к зиме. Йоге, если, да. А вот погружение в холод, ну, то есть нужно полюбить холод, йоги говорят. То есть не бойтесь, потому что охлажденные все органы у нас лучше работают. Другое дело, что нужно это делать постепенно, чтобы, ну, не было там переохлаждений каких-то там временных или каких-то там, значит, локальных. Постепенно все тело. Например, наполняйте холодной ванной и погружайте сколько можете там. Сначала пару секунд, потом больше. Сейчас вот просто холодной воды нигде не возьмешь. Зараз це лише і приємно буде. Нігде, ну це приємно. У нас вже залишається буквально одна хвилина. У мене є питання стосовно води. Вода, як ви кажете, це божественна така субстанція. Вона існує, як ми знаємо, у трьох видах, у трьох формах. Це тверда, рідка та газово-парообразна. Так? Ось за рідку і за тверду ми вже поговорили. А є якесь місце у культурі парообразної води? Значить, існують бані, але
йоги используют баню по-другому, вы имеете в виду. А они сначала идут в снег, там или в холодный водоем, долго полежат в нем, замерзнут, а потом идут внутрь бани. Навпаки. Наоборот, это лучше, потому что поверхность тела начинает прорабатываться хорошо, а внутренние органы, они вот так, как огурчик, прекрасно, сердце работает медленно, спокойно, кровь прохладная, она такая более чистая становится. А в жаре, если сразу нагреть, то сгустки появляются, вообще более кислотная кровь становится. Если человек потом бултых в водоем или на лед, на снег, у него может схватить сердце. И потом, извините, уже много так было истории. Я всем говорю, вот смотрите, это, вот эти моржевания надо делать наоборот. Это опасная штука, потому что потом может не выдержать сердце. Короче, погружайтесь и используйте холод. Дыхательные упражнения можно использовать, как вот в йоге. Перевернутые асаны ведут к вечности, лучше понимать вечность. Постоял на голове там полчаса-час. У тебя потом такое стабильное состояние. А потом состояние. Еще замечательное парообразное состояние воды – это облака. Они всегда разные. И ни один не это для души. Ложитесь и смотрите в цветах, да. Вот это вот в июне. Смотрите, да. На как плывут облака. Душа успокоится, да. Вы поймете лучше вечность. Я вам щиро дякую. Спасибо. Але ми вже більше поговорили, ніж спасибо. Треба було. Ми вам щиро дякуємо. Нагадуємо нашим глядачам, що у нас у гостях були Сатія Ван та Рілана, мандрівники. Залишайтеся разом із нами. У нас є ще для вас кілька сюрпризів. І це невідомий мир. І в журналі ви нас увидите. А зараз ми їдемо на Тавалі. Там теж можете нас знайти.